Ребятки, всем привет! Мы тут у бабушки сидим и сейчас не знаю. Пойдем, наверное, таскать эти шкафы. Мы перетаскиваем с моего цоколя сюда. Поставим книжные шкафы. Не знаю, еще чего надо. Андрей там с котлом разбирается, что вода холодная почему-то идет. Не знаю, почему. О, еще одна пришла. Привет. Ты там не закрывала дом? Не закрывала. Ну ладно. Ну ладно, ладно, ничего страшного. А потом не вытащишь. Ну да, да. Вот. Холодный, да? Там тоже что-то надо с напором, то ли еще с давлением. Вот эти... Нет, как его? Крутить рычажки. Потому что напор плохой. Так. Серегина комната. В общем, стол сейчас ищем ему компьютерный сюда в комнату. Макс в школе у нас. Не стой, становись на мокрое. Зачем? Ой, всем привет, привет. У меня тут глобальная глажка поставила. Включила себе ноут музон и стою, глажу белье. Вот, ребятки. Вот такие вот у меня дела, не теряйте. Я вся такая домашняя-домашняя. Я такая вся домашняя-домашняя. Не теряйте меня, я тут без слифака хожу. Так что вот сейчас глажу. За окном у нас морозец сегодня, морозец. В общем, снежок такой легкий лежит. Вот. Ладненько. Буду я гладить, слушать музыку. Всем хорошего настроения. Макс, кстати, рисовал на той неделе картину. Я сюда ее прикрепила. Нравится мне она. Подкрасила реснички. Чуток. Ставлю на место. Здесь у меня зеркало теперь стоит. Маленькое мое. А я хочу сейчас дойти до бабушки. Я перегладила все белье. Ой. Хочу дойти до бабушки. Кое-какие вещи собрала Сережина. Вот и будем таскать туда-сюда, туда-сюда. Так. Пакет приготовила. Там просто рамочки с фотографиями ему. Кое-какие вещи летние. Сейчас дойду, вроде она не спит. Думала, она это спать легла. Так, как мне вас так поставить, чтобы не выключать. Сейчас прям так сверху накину. Эту дойду. Ты дома будешь, да? Я прям так на домашний костюм накинула эту пальто. Ой, короче, до соседей иду. Сейчас. Грустно. Вот это у меня видочек, да, ребята? Ой. Постелила сюда вот этот коврик, она мне отдала. Пока меня это устраивает. И знаете что? Сейчас же стекает все с обуви. Слякотно бывает. В городе, например, да, едешь, у нас здесь снежочек чистый, а в городе, например, слякоть, да, грязюка. Ну, и вот туда постелила полотенце такое, там мы сушим обувь, там батарея стоит, ну, нормально. Вот, короче, пошла я. Значит, здесь надо разобрать. Одну тумбочку я отдала. Помните, у меня здесь туба стояла. Вот это зеркало я хочу повесить. Буду же себе внизу кабинет делать в цоколе. Вот. Вот это все туда уйдет. У меня удлинитель. Это тоже надо в цоколь. Это у меня здесь стоит. Это в цоколь надо отнести. Веник можно здесь оставить. Ну, так пока вот там такие шлепанцы оставлю. Здесь эта полка надо в машину внести. Это в машину. Вот. Разобрать немножко крыльцо. А наши бабушки вон туда тоже приедут. Вроде как через неделю установят вот это вот крыльцо. Ну, зашьют, в смысле. Поставят. Видите, немножечко лед у нас. Вот. Переносили вещи.
переносим даже до сих пор. Сняли вот эту вот решетку, ну, часть забора, да, чтобы раз с цоколя, и чтоб в цоколь носить. И сетку сняли вот сюда вот, пока ее поставили, не прикрепляли. Ну, посмотрим, может быть, я все-таки склонна, чтобы сделать, ну, поставить ее обратно и сделать хорошую калитку. Ну, когда уже все поперетаскаем, большие крупные вещи. Там холодильник, стиральная машина, все такое прочее. Ой, я надеюсь, она не спит. Ну, вроде, если она мне смс-ку скинула, значит, она не спит. Кто говорит, ночью плохо спала. Вот. Так. Сейчас будем делать тук-тук-тук. Если закрыто. Точно. Ну? Шу. Точно тук-тук-тук. Мусор. Сумку какую-то выкинула. Кто? Кто? А что ты сумку какую-то выкинула? Пи-пи! А что, я бабушке ее дам. Ей нужна. Нет, ей не нужна, она только с длинной ручкой, она так не спит. Но ее же можно укоротить? Нет. Почему? Нет, можно? Укоротить-то можно, она не будет. Ну ладно, я спрошу. Там половина вещей это летние, Сережины. Пусть он сам разберет. И лоточек себе возьми свой. Там летние вещи, Серегина, они нормальные. А это и ему. Да. Приятного аппетита, кто нас смотрит. Мы тут пробуем сало белорусское и кровянка. Но я знаю точно, что я не люблю. А вон она с жирком, с салом, как ты говоришь. Не, больше было сала. Пробуем кровянку, но я ее точно пробовать не буду, потому что я не люблю. И белорусское сало. Всем приятного аппетита, кто нас смотрит. Ну, как тебе на вкус? Сейчас бабтур дам тебе. М? Не, не надо. Горчицу не надо. Попробуй. Она будет сладковатая немножко. Да? Макс пробует первый раз кровянку. Я-то просто знаю, что я ее не буду. Ну, пробуй, Макс. Ну, там крой. Ну, а там крой нету. Ты знаешь, извини, но во всей колбасе есть кровь. А что, уж успокойся, пожалуйста. Тебе не понравилось? Фу, такой послевкусие остается. Послевкусие такой, блин. В общем, всем приятного аппетита. Кто-то любит, кто-то не любит. Мама, я бы не сказала, ничего бы не было. Да нет, она вкусная. Да нет, она вкусная.